Множество детей, их радостные лица, праздничные концерты и конкурсы. Таким представляется День защиты детей. И хотя погода внесла свои коррективы и часть мероприятий отменилась, праздник все-таки состоялся. Дети Комсомольского района в числе первых приняли участие в развлекательной программе. Праздник у Дворца культуры «Энергетик» собрала ребят из соседних дворов и пришкольных лагерей. Главный герой представления – Лето и Баба-Яга – боролись за внимание детей. Добрый персонаж Лето отпраздновал в большой компании свой день рождения. Ведь сегодня 1 июня. И подарком для именинника стали рисунки юных гостей праздника. Хочу нарисовать солнышко Лето. Мы рисовали летний лагерь, но чтобы Баба-Яга не испортила. Мы рисовали девочки и мальчики, и мы рисовали там цветочки, кошечек, например, там солнце. Рисунки украсили площадь, а дети с радостью участвовали в различных конкурсах. Они танцевали, водили хороводы, одним словом, веселились, призывая долгожданное тепло и солнце. Лето немножко приопоздало, но я Лето. Сегодня, 1 июня, мы подарили детям праздник. Праздник радости и ярких красок. На нашей площади заиграли яркие краски Лета. И солнышко засветило поярче, и дождя не было. Дети не только рисовали, но и писали пожелания. Жаркое лето, море и летние ягоды среди фаворитов. И, конечно, ребята строят планы на наступившие каникулы. Я хочу летом кататься на велосипеде, на самокате и веселиться с друзьями. Я хочу уехать в деревню и хочу там помогать бабушке своей. Я хочу кататься на велосипеде и еще кататься на скейтборде. Я одного жду, чтобы было весело отдыхать летом, ехать в деревню за городом отдыхать, там на море плавать. Сегодняшний праздник закончился, но это не повод огорчаться, ведь впереди череда различных концертов и веселых конкурсов для челнинских школьников. Полина Осадчик, Ксения Шулакова и Андрей Буслаков. Челны 24.